8 тренировочных залов для занятий различными видами спорта, кабинеты тестирования, зона для киберспорта, а также бассейный комплекс, в котором планируют обучить больше 2500 детей в этом году. Все это новый центр «Стань чемпионом», предназначенный для юных жителей Кубани. Мы получили субсидию на то, чтобы дети города Краснодара и Краснодарского края получили безвозмездно возможность обучения плаванию. На сегодняшний день до конца этого года мы обучим более 1000 человек. Новый комплекс показывают министру спорта России и главе Кубани. Размеры здания внушительные – больше 16 тысяч квадратных метров. Одна из ключевых задач нового центра – проводить тестирование детей с помощью инновационного оборудования и помогать им выбрать тот вид спорта, в котором они смогут добиться наилучших результатов. У нас обработка всех полученных результатов происходит в автоматизированном режиме. То есть человек здесь, в нашей системе, в нашей связке, выполняет функцию оператора системы. А сама система анализирует все данные и формирует рекомендательный отчет прямо на месте тестирования. Уже протестировали более 700 детей. Из них 550 продолжили заниматься рекомендованными видами спорта, будь то плавание или борьба. То есть к становлению чемпионов здесь подходят комплексно, выявляя потенциал с самого раннего возраста. Для участия в проекте уже отобрали 146 детских садов со всех муниципалитетов края. Глава федерального спортивного ведомства отмечает, таких центров должно быть больше по всей стране. Сегодня мы видим, что мечта многих тысяч людей стала реальностью. Конечно, очень важно, что общество наше российское начинается с конкретного маленького ребенка, с каждой семьи. И именно здесь, я уверен, будут созданы условия не только для выявления талантов, что, безусловно, является важным, но самое главное – созданы и обеспечены научно обоснованные подходы к гармоничному развитию личности. Это не просто центр раннего физического развития детей. Это центр спортивной жизни и города, а может быть и края. И, конечно, такой центр создан при прямой поддержке президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Все дети талантливые и одаренные. И вот центр раннего физического развития детей – это важно как никогда. Можно уже с 3 лет делать из него будущего великого чемпиона. И это важно. И вот такой центр раннего развития, физического развития детей первым открылся в нашем с вами Краснодарском крае. Нам сегодня важно, чтобы он жил. Жил этой активной своей спортивной жизнью. Не сомневаюсь, он откроет нам очень яркие спортивные имена. И я уверен, их будет немало. На торжественной церемонии открытия первыми опробовали новый паркет ученики Всероссийской Федерации танцевального спорта, подготовив праздничную программу. Новый спортивный центр будущего рассчитан на более чем 10 тысяч человек. И здесь точно созданы все условия для того, чтобы в Краснодарском крае росли новые чемпионы и рекордсмены.